Вот, друзья, главный судья соревнований русского мира нарушает правила дорожного движения. Организаторы не позаботились о том, чтобы их гости, их участники где-то парковались, поэтому они заставили все дворы близлежащего ЖК Троицк-Слобода. И не только дворы, но и газоны, и даже пешеходные дорожки. Там дети в безопасности из-за дождя. Я главный судья соревнований. Я быстрее поставил, побежал из-за безопасности. Поэтому вот по первому же звонку я побежал. У меня нету сейчас с собой. Я оставил там. Я быстро вытащил документы. Понятно. Ищите место на парковке. Проходите. Ну, отпустите, пожалуйста. Я все скажу. Сейчас вам штраф будет. 1000 рублей за парковочку. Пятый год подряд проводят у нас в Сергиевом Посаде вот этот фестиваль, и пятый год организаторы не думают вообще о своих гостях. То есть они огромное поле расчищают, которое принадлежит попам, каким-то образом досталось, короче, попам. Они его расчищают под, так скажем, участников, а для гостей они, гостям они предлагают парковаться просто в ближайшем жилищном комплексе Троицк-Слобода. Это при том, что жители долгое время они передавали эту территорию в муниципалитет, она была частная. Пытались перекрывать, значит, свои дворы, чтобы никто их не заставлял своими вот этими машинами, потому что гости сюда и участники приезжают просто вот как полоумные, они то опаздывают, то они веселые, поэтому они часто притирают машины, часто паркуют их на газоны, прямо на тротуары, вот, перегораживают въезды-выезды. И это, конечно, жителям не нравится, особенно когда ближе к вечеру все начинают искать туалеты, и буквально, я не знаю, каждый куст, каждый угол наших дворов превращается в подобие туалета. Интересно, да, вот сейчас зайдем посмотреть, где туалеты, там и в каком они количестве, на такое вот огромное количество людей. Есть ли они там вообще? Ну, конечно, зачем организаторам тратить деньги на туалет, когда тут кругом, по их мнению, как бы один сплошной туалет, пожалуйста. Как бы, а так как люди ходят к своим машинам припаркованным, они вот по пути испражняются. И у меня есть даже такой материал про русский мир, что вонь, что-то грязь и запах мочи, вот что-то такое.